Вот если бы мне показали вашу фотографию, я бы вас не знал, я бы сказал, этот из Пензы 92-го года, а это из микрорайона Марина, сын банкира, которому впервые дали $100, и он купил на Черкизоне курточку. Ну, Гарн... Я после 1992 года не видел в этой стране людей, которые сочетают небесно-голубой с totally black. Это фантастический лук. Это он. Это Стив. Вы замечательно выглядите, реально. Как будто отец привел сына-наркомана на телевидение и говорит, вылечите его. Понесло старик. А этот говорит, па, ты не понимаешь, я нормальный. Реально, вы очень классно выглядите. Ладно, типа про конфетку давайте поговорим. Какая конфетка? Вы такие интересные люди. Посмотри, на, без очков, смотрите, Мэтт Дэймона укусила пчела. Смотрите.